И снова печальные новости. В Петербурге в возрасте 84 лет умерла актриса Людмила Елисеева. Об этом сообщил театр-фестиваль «Балтийский дом», где Людмила Михайловна служила всю жизнь. Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь. А месть и дать прощение с актрисой в театре обещают сообщить дополнительно. На сцене «Балтийского дома» в последнее время Людмилу Елисееву можно было увидеть в спектакле «Мастер и Маргарита». Но и ролей у нее там было несколько. Она представала в образах секретаря, сиделки, интуристки, а также гражданки. В Балтийский дом, который в годы СССР носил название Ленинградского государственного театра имени Ленинского комсомола, Людмила Елисеева поступила сразу после окончания школы-студии МХАТ. Помимо театральных ролей, у Елисеевой было много ролей в кино. Ее первым фильмом стала лента «Сумка инкассатора», которая вышла на экраны в 1977 году. Потом был перерыв в киносъемках. Активно сниматься актриса стала в начале 2000-х. Тогда она нашла себя в сериалах. Людмила Михайловна снималась в «Улицах разбитых фонарей», «Агентстве», «Золотая пуля», «Тайнах следствия», «Мангусте», «Ментовских войнах». Последней киноработой Елисеевой стала эпизодическая роль в сериале «Отличница», который вышел на телеэкраны в 2017 году. Светлая память актрисе.